Смотрите, какие две элегантные женщины с двумя собачками. Эту девушку мы, по-моему, вчера видели, да? С двумя белыми собачками. Это вот она вчера была в синих джинсах широких. Девушка в синем костюме. Это остановилась собачка. Очень такая элегантная дама. Мы ее, по-моему, снимали раньше, где-то месяц назад на рынке. И там еще, знаете, что было в Заре? Была та же юбка, которую я покупала из синтетики и льна. Та же юбка длинная с разрезом сбоку, но была из белого цвета, как сделана, как из шелка, но на самом деле полиэстер. Такой выбитый шелк. Я в этой юбке примерила вот эти два топика, потому что, чтобы носить такие два топика, нужно быть очень молодой или надо очень высокий пояс, чтобы был, или брюки, или юбка. В общем, я очень довольна, за 55 евро купила два топика, которые летом, в жару, все равно через час уже потеешь. Ой, какой через час? Через 10 минут, когда выходишь на улицу. У нас очень душная жара, но никак это лето не наступит. Сегодня первый день тепла. Сегодня в первый день тепла. Вот девочки-припевочки, вот они все одеваются в Заре, конечно. У них на вещи все из Зары. Девчонки красиво, все феминили. Женственные кроссовки, платьица. Очень такие девочки-припевочки. По 18 лет, наверное, по 17. И вот вам из Заферана, да, тута. Но это такой дешевый магазин из синтетических тканей. Но хотя бы в Заре вот из стопроцентного хлопка делают вот эти два топика, которые я вышитые купила. Я обожаю летом носить всякие вот эти вышитые топики, на море особенно. Поэтому я довольна покупке. Сделала несколько фото, которые бы мне понравились бы вещи. Хотя мне 54 года. Но у меня очень много длинных юбок белых. От Max Mara, от Луиза Спаньоли. И в них я, вот от того, что они длинные, к ним нужны вот такие короткие топики из хлопка, из катона. Поэтому я очень довольна. А вот эти, которые синим цветом вышитые, они больше подходят даже к джинсам, которые Валентина. Там тоже высокий пояс, высокая талия, то есть. Вот такие вот дела. Всем пока! Вот тоже желтые и белые катоновые вышитые, и черные тоже вышитые. На лето очень красивые женственные вещи. Вот это вот марка. Вот, например, я себе вот эту желтую блузку приобрела бы. Мне так нравятся такие блузки. И платье тоже ничего так. Посмотрим поближе вышивку. Да-да. На море носить, проветриваться будет, и в городе тоже. Очень даже красиво. Черный я не люблю, вот желтый Заферан обожаю. Посмотрим, сколько они стоят. Они стопроцентного катона. Первое платье. А, это не платье, это топик с юбкой. 129-195. Где-то 300 с чем-то, да? 320 или 330. Так, 129, и вот это вот топик желтый. Топик желтый. А, они одинаковые. Топик белый, топик желтый. Все понятно. Я думала платье. Я люблю платья длинные. Красное и белое. Дамы элегантного возраста. Синий пиджак, джинсы и блондинка. Для тех, кто первый раз смотрит мой канал Университабо,
1222 год построено. И бар Педроки с другой стороны. Мы до сих пор ходим в масках. Внутри баров, ресторанов нельзя находиться, есть и пить, только снаружи. Столы вот так вот. У нас до сих пор идет как бы пандемия. Всем пока. Черные с белыми кроссовки. Элегантно смотрится. Патриция Пепе вывесила вот эти вот белые и розовые штучки. Но так как здесь поет слишком много гитарист Гуронко, я буду быстро-быстро говорить. А пайетками это розовое, кораллово-розовое. Розовое, да, больше всего. Вот и выходим к Зара. К Зара. Прошли полицейские женщины. Ой, девчонки. Надеюсь, хотя бы не пойдет дождик. Ой, девочки-припевочки. Красиво. Сиреневая юбочка. Что это красная тута? Сейчас посмотрим, сколько стоит. Девчонки в Люджо сале. Распродажа. Что за распродажа? Интересно. Посмотрим, что за распродажа. И здесь не написано. Вот здесь вот написано сале. Это распродажа. Где мое зеркальце? Привет, девчонки! Я вся белоснежка сегодня с черным поясом Шанель. Рубашка Луиза Спаньоли. Не повезло опять. Приехала я опять к Мелиссе. Ее опять не было. Ее мама увезла, оказывается, к своей подруге. От того, что сейчас тепло, солнечно. Они выходят все время из дома. Ну, слава богу, потому что та хотя бы она дышит солнечным воздухом. Понимаете? Дышит солнечным воздухом, красиво подобрала цвета. Женщина элегантного возраста. Цвета бонтон. И два дня уже езжу и два дня не застаю Мелиссу. Бабушка говорит, другая бабушка, молдаванка, говорит, что от того, что сейчас светлые, теплые, солнечные дни, два дня. Все время они куда-нибудь выходят, не сидят дома в темной квартире. Поэтому я сегодня должна в 3:30 ехать. Как мне нравится вот этот вот лук женский фей. Но очень дорого, конечно, я посмотрела цены. Но у них бывает 40-50%, когда распродажа. Юбка такая.
как называется, с запахом, да? Да, да. Но она какая-то вот из тяжелого котона. Она прямо нелегкая. А вот рубашка из льна сразу видно. Ой, что это за босоножки такие? Что-то я не замечала. А, тут прямо изотон внизу. Когда ходишь, ноги накачиваются, удобные такие. Посмотрите. Да? На лето-то хорошо такие босоножки носить, но мне не нравится, что питоновый окрас змеиный. Сандали 320 евро. Нифига себе. Оган, наверное. Они хорошо изучают подошву. Планта, да, называется планта ног. Планта. Ой, как было жарко вообще. Посмотрим дальше, что есть. Черно-белый вариант. Пойду выпью мое кофе и подожду хирурга. Конечно, мне стало грустно, потому что столько дней не вижу уже Мелиссу. Когда я ее вижу, я такая счастливая, мне так хорошо. Когда я ее не вижу, я скучаю. Тем более, если я сейчас уеду. Вот и в Сен-Лоран сумки. Очень много заметила, что очень многие женщины носят и в Сен-Лоран сумку жилет. Блондинка в жилете. Джинсовом. Импозантный мужчина. Посмотрим, что здесь происходит. Зара. Ой, все никак не достроит этот Ренешанто. Интересно, что есть в Джиаксе. Есть ли у них распродажа? Вот такие вот каблуки маленькие, они удобные для планты. Господи, сколько же шума. Сегодня, конечно, был денек, чтобы поехать в Венецию. Прекрасный денек солнечный. Ой, красивые брюки, цветочек. Девушка высокая, стройная прямо. Тута. Комбинезон по-итальянски называется тута. Иду и думаю, где буду пить кофе. Так как сегодня очень жарко, не хочу на солнце сидеть. Но надо там, где можно будет снять немножко стрит-стайл еще. Пойду, наверное, в Грациати. Вы пока смотрите.
Так, Зара вывесила столько белых вещей. Белые вещи, но мне неохота заходить, мне охота дышать свежайшим воздухом от того, что позавчера было почти 16 часов дождь. Такой свежий-свежий воздух на улице. Боже мой, такие шорты я бы не надела бы. У них такие в этом, в интернете, на их сайте такие красивые шорты были. Что ж они не привезут? Я специально пошла месяц назад у них спросила, мне одна моя подписчица прислала в сайте, какие красивые шорты у них и джинсы. А в магазинах их почему-то нету. В магазинах их почему-то нету. В Заре всегда полным-полно народу. Ой, девочки-припевочки в таких шортиках рваных, в топиках синтетических. А что там висит? Мне нравится, что-то там висит внутри. Шляпа. Под шляпой что висит? Платье интересное, светлое. Да, вот это вот интересное платье. Я сейчас зайду и посмотрю, что за... Если катон, это так интересно. Сейчас посмотрим, девчонки. Так как внутри музыка, я не буду заходить с телефоном. Так, Света все хаки. Педро Кибар открыт. Педроки бар открыт. А вот девушка, которая стройная, и другая в красной кофте, в красной блузке, стройненькая на каблуках. Всем пока!